А мы находим по телевидению «Спасите ребенка». Ну что делать, это несчастье. Я сочувствую матери ребенка. Но для того, чтобы собрать валюту и вылечить ребенка, может быть, целесообразнее. Не потому, что там не обращать внимания на этого больного ребенка, а может быть, целесообразнее по приоритетности собрать средства и помочь Крыму. Но я должен вам сказать, что если по состоянию здоровья мне порекомендуют, допустим, прооперироваться где-нибудь в стране, которая наложила санкции, я думаю, что я обращусь к президенту, и он мне поможет. Так как он и сказал, что если понадобится вам помочь в лечении, я готов это сделать.